Друзья, всем привет! Сейчас мы с помощью ЧПУ сделаем оригинальную такую изгородь. Длина заготовок 1,5 метра. Отметим, например, что миллиметров. Так, в этом положении мы будем вставлять трубу. Вспоминаем это положение. Нагнем под 90 градусов. Запоминаем второе положение. Обратно до остановки. Вставляем. Прижимаем. Ну, уперлось, чтобы. Так, главное, чтобы одинаково. Так, ну еще одной не хватит, чтобы завернуть. Видно, да? Не видно. Сейчас будет видно. Видно, да, какие возможности открываются? Последок оставим, посмотрим, как она одинакова, не одинакова.
удобно, никакую программу писать не надо. Сами нажали кнопку, где надо. Там у вас и будет все время останавливаться. Потому что программы очень дорогие. Чтобы создать этот алгоритм, на каждой лекалы у нас их, например, больше 20, наверное, 3 штук 30 разновидностей. Да и плюс еще смотря, какие поделки нужны. Можно разориться на этих программах. А тут нажали кнопку, все запомнилось.